Добрый день, дорогие друзья! Время испытаний, тема этого небольшого видеорассуждения, и поводом послужили два сообщения, одно из Китая, а второе из Франции. В Китае из-за эпидемии коронавируса и связанные с этим события резко возросло число разводов. И во Франции тоже сообщение, тоже необычное. В связи с эпидемией коронавируса возросло число распавшихся, внимание, любовных связей. То есть люди не в состоянии материально сохранять прежние отношения, физически встречаться, путешествовать, посещать, может быть, рестораны, и резко возросло число распавшихся вот таких любовных связей. И время испытаний было всегда, но сейчас это время резко возросло. Слово «испытание» означает проверку, исследование, оценку, экзамен, зачет, переживание, трудности, препятствия, сложности, несчастья, болезни и другие испытания. И время наступило, и наступило массовое время испытаний. И проявляется оно во всех сферах жизнедеятельности. Это может быть физическая сфера, да, занятость людей, способность покупать продукты питания, одежду. Это может быть духовное, когда церкви теперь закрыты, и проповеди люди слушают через онлайн-интернет. Это касается одиноких людей, это касается семей, это касается сообществ. И есть человеческие испытания, и есть Божьи испытания. И испытания, как я уже сказал, они периодически повторяются. И если человек проходит это испытание неверно, то они, повторяясь, могут усиливаться. И наоборот, если человек проходит их верно, то они будут постепенно слабеть, и у человека появляется так называемый иммунитет к испытаниям или хорошая тренировка. И в период кризисов, военных действий, катаклизм, эпидемий усиливается проявление измен, предательств, неверных шагов и со стороны властей, и со стороны мужа, жены, и со стороны коллег по работе или начальствующих. Все это усиливается. И проявление наступает очень явным. И есть такая поговорка, которая гласит, что когда тебе плохо, ты будешь узнавать своих друзей. И в то же время есть другая поговорка, что в отчаянии человек проявляет свое сердце. И когда все хорошо и стабильно, трудно узнать человека. А вот когда становится трудно, когда наступают времена испытаний, человек резко оголяется. Его нутро проявляется явно, четко. И от паники до измены один шаг. Есть еще такая поговорка. И вот измены, они начинают во время кризисов проявляться очень серьезно и сильно, что и показывает опыт Китая, где возросло число разводов. Из Библии хотел бы привести только один стих. Это Псалтырь 33, 20 стихом. И стоит там следующее. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Не правительство, не друзья, не родственники, а только Господь. Время испытаний. Поразмыслите и вы об этом, а я желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.